Ну, мы знали, что мы играем с одним из лидеров чемпионата, и знали, что у соперника очень мощная атака. Более того, лидер атаки – это Хызыр Апаев, футболист, который играл в нашей команде, с которым я работал не только в этой команде, но и в других командах. И мы знали его сильные и слабые стороны. Но мы с ним не справились в этом матче. И первый мяч он забил просто великолепно, в принципе, ни из чего вытащил. И второй гол организовал. В целом команда играла нормально, абсолютно нормально, но в каких-то эпизодах соперник оказался более мастеровитый и использовал то, что мог использовать. Мышцы и моменты, которых не так было много, но они были, мы их растворили. А так, по самоотдаче, по структурности вопросов нет, если поработать в эпизодах, но если вы посмотрели заявку, у нас играло 6 футболистов, лимитчиков. То есть мальчишкам 21 год, и, в общем-то, для них-то такая. Просто соперник был какие-то эпизоды более мастеров. Я думаю, 3-0, но не соответствует уровню игры сегодня. Не аж кому соперник. Многовато для нас сегодня. Так мне показалось. Вам, как гостям, каково играть при пустых трибунах? Ну, в Воронеже всегда праздник, когда играет в футбол. То есть люди ходят очень хорошо. Кстати, Иваново хорошо ходит на футбол. И здесь всегда было приятно. Я считаю, что это так объединяет игру однозначно. Мы тоже думали, что здесь будет большой праздник такой. Команда, народ бы гнал. Было бы еще интереснее.